И об спорте. У Гомелі проходит фестиваль легкой атлетики «Снежная рысь». Масштабные споборництвы у четвертый раз собирают на арене палаца легкой атлетики сотни юных спортсменов с Беларуси и замежжа. На гэты раз конкуренцию нашим атлетам складают одногодки из России. Подробязности у наступным сюжете. Организаторы подкресливают, это не просто споборництво, а саправдный фестиваль легкой атлетики. И справа не столько в масштабе, сколько в атмосфере. Церемония открытия, как завжды, яскравая и насыщенная. Гэтым забавляльная программа не обмежевывается. Я уплетена на уход споборництва, что еще больше обвастрая отчувание свята. Основной задачей – это сделать легкую атлетику популярной. Это очень красивый и зрелищный вид спорта. Мы должны об этом говорить. Это не просто какие-то соревнования. Это то мероприятие, где мы пытаемся внедрить элементы шоу, где пытаемся сделать это более интересным, красивым. И самое главное, что нам то, что мы здесь отрабатываем вот на этом фестивале, мы потом где-то с успехом и реализуем в течение уже непосредственно чемпионатов, турниров, тех, которые соревновательных моментов, те, которые стоят непосредственно в календаре. Головный номер этого шоу, несомненно, легкая атлетика. У Гомеля такие буйные споборництвы проводят миновито зимой не выпадково. Это добрая махчимость подвести выники минулого споборницкого года, а так само не гублять форму межсезонья. В этом году мы изменили возрастную группу, добавили группу юниоров, потому что получается, что именно этот возраст, 2001 год, он немного выпадает в осенне-зимний период в участии в соревнованиях. Ну и традиционно мы подводим итоги на этом турнире уходящего года, смотрим итоговые результаты наших спортсменов. У Федерации легкой атлетики Брянской области России «Снежная рысь» обовязково стоит у споборницким календары. На этот раз команда наличивает больше 60 спортсменов. У Гомель брянские атлеты едут за добрыми успоминами и высокими выниками. Великолепный турнир. Нам всегда приезжать приятно в Гомель. Здесь очень интересные соревнования, красивые, хорошая организация, просто супер, молодцы. Вот это как бы очень нравится нашим ребятам, с удовольствием сюда приезжают, показывают очень высокие результаты, у вас хороший манеж, хорошее покрытие. И все время, как правило, наши ребята бьют личные рекорды именно в этом вашем манеже. В этом году за узнагороды фестиваля легкой атлетики «Снежная рысь» змагаются 45 команд с Беларуси и России. Максим Савенко, Анна Каральчук, Валерий Гапанько, Ігор Марышченко, телерадіокомпанія «Гомель».